я хочу либо платье, либо это, ну сейчас надо пусть это будет просто брюки с рубашкой и пиджаком. Это подойдет, я считаю, для всех этих трех ситуаций. Ты как думаешь, наш модный эксперт оценит вот такой простой выход из ситуации? Как хочу, так и одеваюсь, в принципе. Сейчас, в принципе, все так делают. Может быть, немножко ярковато. Немножко напоминает, конечно, пасхальные какие-то вот эти вот мотивы, когда это все ярко и много. Но для администрации все закрыто, в общем-то, а для концерта снимается пиджак, и там, по-моему, оголенные плечи, и там маечка. Вот так. Идеально. Вот за счет цветовой гаммы красного и желтого снимаю, конечно, пару баллов, так 8. Мне самой не очень нравится сочетание вот красного и желтого, очень ярко. Я собиралась что-то другое выбрать, но времени уже не хватило, и я решила, ну, оставить то, в чем пришла.